Привет, друзья. Поближе микрофон, чтобы было все хорошо слышно, потому что вебинару готовимся. Вебинар, дата и час будет в прикрепленном комменте под видеороликом. И вообще смотрите под видеороликами в описании, кто не смотрел, кто я, что я и так далее, потому что на этом вебинаре там новый алгоритм, совершенно новый, с помощью которого можно будет выйти на такое состояние, в котором можно понять, что хочется себе посоветовать, и совет даже себе дать, который можно будет исполнить. Потому что мы обычно даем советы другим легко, а себе нет. Почему? Потому что другого человека видишь со стороны, а себя со стороны как бы не видишь. И потом еще у вас, как и у меня, как и у любого человека, есть чувство собственной исключительности. А это такое чувство, оно и защищает нас, конечно, но в то же самое время не позволяет объективно смотреть на вещи, потому что нам кажется, вот другого Бог, как бы говоря, не простит, а тебя простит. Ну, это же, видите, какая история. То есть к себе относишься субъективно, эмоционально, а к другому человеку со стороны. А вот интересно, вот сейчас было, я разговаривал сейчас, помогал человеку, она говорила про свою бабушку. Я хочу с вами поделиться. Ей бабушке было 96 лет, когда она ушла. И она была в свое время телефонисткой у Владимира Ильича Ленина. Она тогда была юная-юная бабушка. И она говорит, ну, мне сейчас рассказывали, она говорит, что как-то Ленин зашел к ней в комнатку, в которой она сидела, ей там лет 17-18 было, и у нее на груди был крестик. И Ленин спрашивает: а ты что, верующая? Она сказала, такая, говорит, смелая была, она говорит, да, я верующая. И тогда Ленин сказал: ну да, человеку всегда надо во что-то верить. Но ты других не привлекай. И она так и сделала. Она никогда в жизни никого не привлекала, оставалась верующей. Ну, такая интересная. И потом это знакомая моя, с кем я сейчас помогал ей, чтобы у нее снизилось давление, там, чтобы она вышла на состояние безмятежности, чтобы мышцы все пришли в порядок и внутренние органы лучше работали. Она еще рассказывала, что бабушка ее всю жизнь была такая светлая. И вот когда мы с ней делали сейчас разгрузку, она вдруг стала об этой бабушке, о бабушке, да, и говорит, такая бабушка, вот у нее пошли такие хорошие воспоминания, светлые. И она говорит, бабушка у нас была такая, даже, говорит, когда она была молоденькая, у Бухарина она даже, говорит, деньги занимала, потому что денег не было. А сам этот самый, который был самый революционерный, ну, которого Сталин потом послал, его ледорубом убили, ну, как, Керенский, не Керенский, о, Господи, забыл, ну, который потом Сталин, потом их всех, как же его звали-то, забыл. Ну, я вспомню, там в комменте напишу, да, в прикрепленном. Это очень интересно. Он за ней ухаживал и хотел на ней жениться. Но родители этой девочки не позволили, потому что он был еврей. Ну вот какая интересная история, правда же? Вот. И она была всю жизнь, говорит, бабушка такая, говорит. Потом она в преклонном возрасте, 96 лет, она говорила, а душа у меня молодая. Вот, говорит, тело старое. И еще она сказала, знаете что? Она сказала, что для женщины, для девушки, говорит, самое главное, это, говорит, чтобы прическа и туфли. А платье, говорит, можно носить одно и то же, только чистое. Ну, это интересно, правда? Да, друзья, такие люди у меня, друзья. Это же все наши друзья. Я просто не говорю имен иногда без согласования. Но я спросил, а можно я историю расскажу? Мне моя приятельница сказала, да, конечно, историю рассказать можете. Так что я вам рассказал,
Но самое главное, вот будет вебинар, я ее тоже приглашу на вебинар, пошлю ей в подарок. А вы знаете что? Вы должны знать, что на вебинаре вы выйдете на то самое состояние, которое, как мне знакомая вот сейчас рассказывала, она говорит, и молилась всю жизнь, бабушка, и когда умирала, ее в гроб положили, Царство Небесное, с портретиком Ленина и с крестиком, потому что этот портретик Ленина у бабушки, говорит, всегда был на столе. Ну, вот такая история интересная. А я сказал своей приятельнице, я говорю, а знаешь что, вот когда ты делаешь разгрузку, вот пар выпускаешь, плохие мысли уходят, и ты выходишь на состояние безмятежности, и там состояние молитвенной благодати возникает. Это такое интересное состояние, молитвенная благодать. И вы на вебинаре почувствуете, когда стресс снимется, вы выйдете на такое состояние безмятежности, соприкосновения с безвременем, бесконечности, вечности. И начнете чувствовать, чего вы хотите, и как этого проще достичь. И почувствуете, что в своем характере чуть-чуть улучшить, что отремонтировать, как быстрее восстанавливаться, включать гормоны молодости и светлости, да, чтобы вы были такие вот, знаете, непокоримыми. Никакие, чтобы проблемы, какие бы они ни были, вы их быстренько бы решали через алгоритм ключа, новый алгоритм, который я дам вам на вебинаре. До встречи, друзья. Это будет очень интересно. Очень интересно. И крайне полезно. Да. До встречи.